Добрый день! С вами передача «Про ствол», и в этом обзоре мы с вами посмотрим, как разбираются и собираются пистолет Тирекс. Стрельбу мы с вами уже видели, теперь разберем его по запчастям. Итак, начинаем. Начнем с комплектации. Открываем. Итак, пистолет одна штука, магазина 2 идет. Сразу хочу заметить, к этим двум магазинам отдельно идут пятки, увеличители. Можем поменять пятку, и, соответственно, емкость магазина станет на 2 боеприпаса больше. Дальше мы видим две накладки дополнительные на рукоять. Итак, начинаем разборку. Прежде всего, извлекаем магазин. Вторым движением мы совмещаем две рисочки на раме и на самом затворе. Совмещаем. После этого нажимаем кнопочку с обратной стороны пистолета для извлечения кнопки затворной задержки. Вытащили. И извлекаем раму движением вперед. Все, мы сняли. После этого снимаем возвратную пружину с этим штоком. Все, мы можем спокойно обслуживать пистолет. Для чистки мы делаем себе удобный наклон. И при помощи ёршика и чистящих средств мы его обслуживаем. Собираем в обратном порядке. Так. Раз. Так же само совмещаем здесь. Все очень просто и доступно. Также есть тирексы уже покрашенные. И вот так вот они выглядят. Если у вас будут вопросы относительно пистолета Тирекс, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, обязательно на них ответим. С вами была передача «Про ствол».